Вы знаете, я вообще люблю тему роли личности в истории. Конечно, эти два президента, они представляют свои страны. И я считаю, что Владимир Путин — это экстраординарная личность. И у людей есть люди, которые его абсолютно ненавидят, есть люди, которые просто с ума сходят и обожают президента Путина. Я не буду высказывать свою точку зрения политически, но я считаю, что в любом случае править такой страной и делать это так, как делает он, уже сколько получается, 15 лет, это огромное достижение. И, наверное, Владимир Путин все-таки самая экстраординарная личность последних 50 лет. Если бы меня спросили, кто самая экстраординарная личность сейчас, живущая на планете, я бы сказала Владимир Путин. Но явно не президент Барак Обама. Я не вижу, чтобы его личность могла даже как-то конкурировать с личностью нашего президента, именно как человека. Да, он представляет Америку, представляет национальный характер Америки. Он прекрасно говорит, но я не вижу, чтобы он очень много делал, честно говоря, Барак Обама. Если это только вопрос роли личности, то здесь у нас явное преимущество у президента Российской Федерации, по моим понятиям.